Судьба чувашского бройлера в новых руках. Исполняющим обязанности руководителя стала главный бухгалтер предприятия Валентина Михайлова. За несколько лет открытое акционерное общество «Чувашский бройлер» и динамично развивающееся предприятие превратилось в банкрота. За январь-май текущего года выручка от продажи продукции составила 55 миллионов рублей. Это в 5 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сегодняшнее предприятие около 600 тысяч поголовья птицы. Люди работают, поэтому для республики важно сохранить рабочие места. Предприятие должно стабильно работать, платить налоги и обеспечивать стабильную социальную обстановку в районе и в целом в республике. Сейчас в отношении предприятия введена так называемая процедура наблюдения при банкротстве. До недавнего времени ее контролировал временный управляющий Игорь Алимов. Моя основная задача – провести финансовый анализ, чтобы понять, какая следующая процедура должна идти за процедурой наблюдения. То есть можно восстановить платежеспособность предприятия или нет. Между тем, ситуация на птицефабрике продолжает ухудшаться. Недавно арбитражный суд Чувашской республики удовлетворил просьбу Алимова и отстранил от занимаемой должности руководителя предприятия Игоря Мяснякина. Временно исполнять его обязанности будет главный бухгалтер чувашского бройлера Валентина Михайлова. Были рассмотрены 3 кандидатуры. Значит, Минюст и Минсельхоз Чувашии поддержали одну из кандидатур, которая была и принята судом. Министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов отметил, что правительство предпринимает и будет предпринимать все меры для сохранения предприятия. Дарина Игнатьева, Сергей Адушкин, Республика.